Пули Хамас разорвут грудь наших врагов. Мой отец был одним из лидеров Хамас на Западном берегу. Телеканал 24.док представляет. Вы его видите? Продолжайте наблюдение. Это вообще ситуация для разведчика, она реальная? Он, конечно, нарушает правила игры. Прошу разрешения открыть огонь. Мы организовали большую постановку. Будешь работать на нас? Тюрьма не лучшее место для того, чтобы сказать «нет». Это животный страх. Что будет? Будут ли меня бить? Это мой шанс стать героем. Какой же он герой? Он предатель. Первый день работы с ним стал началом конца моей карьеры. Сын Хамас. И интервью с разведчиком и журналистом Юрием Кабаладзе. Говорят, что бывших разведчиков не бывает. Бывает. 27 апреля в 23:00 на 24.док.